Специально для любителей путешествий, для тех, кто понимает толк в настоящей охоте и рыбалке. Фирма «Автодизайн» представляет. Автомобиль-фургон «Специализированный охотник» предназначен для организации автономного проживания вдали от населенных пунктов, обеспечения сна и отдыха до 4 человек, хранения продуктов и приготовления горячего питания. Высокопрочный каркасно-панельный кузов-фургон, изготовленный из 5-слойных монолитных сэндвич-панелей, без проблем выдержит длительное путешествие по дорогам с различным покрытием и бездорожью в любых климатических условиях. Стандартная кабина автомобиля КАМАЗ-4326 доработана специалистами фирмы. Установлены высокая крыша «Макси», второе спальное место, надоконная полка и кольцевая штора. Запуск двигателя в холодное время года облегчается с помощью предпускового жидкостного отопителя «Вебаста» с таймером включения. Для комфорта водителей и пассажиров дополнительно установлен автономный воздушный отопитель «Вебаста», кондиционер, сиденье с пневморегулировками и подогревом, обогрев зеркал и лобового стекла. Длинный путь скрасит мультимедийный комплекс с DVD-проигрывателем. В режиме заднего хода на 7-дюймовый экран проигрывателя выводится изображение с камеры заднего вида. Продуманы даже такие важные мелочи, как дополнительные розетки для зарядки телефонов, а также откидной столик, установленный на спинке среднего сиденья. Установлены два GPS-навигатора, без которых не обойтись в условиях бездорожья и в долгих путешествиях. Изюминка автомобиля – дополнительные фары дальнего света фирмы «Хелла», аналогичные тем, что устанавливаются на раллийные грузовики команды «КамАЗ-Мастер». 6 фар установлены в ряд на кенгурине, который защищает их и кабину от веток и прочих повреждений. Дальность светового потока достигает 1 километра. Фургон разделен на 4 отсека. Передний для стрельбы, задний основной для перевозки снегоходов и прочего крупного оборудования, отсек генератора и багажный. Пол всех отсеков покрыт практичным и не скользким рифленым алюминием. Отсек передний предназначен для наблюдения и стрельбы. Вход в отсек осуществляется через распашную дверь из заднего отсека, либо снаружи фургона с помощью лестниц по углам. Внутри отсека установлена радиостанция с громкоговорителем, микрофоном и креплением для навигатора. На задней панели установлены откидные сиденья. Сверху отсек закрывается роллерной шторой и тентом. Вдоль левой стены основного отсека располагаются принадлежности для отдыха – столы, стулья, гамаки. В задней части отсека расположены распашные двери для заезда или погрузки мототехники. На дверях закреплен шанцевый инструмент, а также стремянка. Справа закреплены 4 алюминиевых легкосъемных трапа для заезда. Для облегчения заезда снегохода служит лебедка на передней панели. Автомобиль способен вместить 2 снегохода, либо 2 мотоцикла, либо квадроцикл. Для установки трапа в рабочее положение предусмотрены зацепы на заднем пороге фургона. Для фиксации техники и грузов в пол утоплены петли для страповки. В передней полости за роллерной дверцей установлен автономный дизельный отопитель. Рядом, за второй роллерной дверцей, установлен холодильник на выдвижной тележке. За холодильником на передней панели ниши закреплен синусоидный инвертор. Панель управления инвертором находится над электрошкафом. В автомобиле установлены современные окна со встроенными противосолнечной шторкой и москитной сеткой, которые будут защищать от насекомых и излишнего света. Багажный отсек размещен в передней части фургона по правому борту и изолирован от основного помещения. Люк открывается вверх, удерживается в открытом верхнем положении с помощью газовых упоров. В отсеке также установлены розетки для подключения питания от внешней сети 220 и для питания потребителей 220 вольт от генератора. Отсек генератора размещен в передней части кузова фургона по левому борту. Для облегчения обслуживания генератор установлен на выдвижную тележку. За ним расположены дополнительные аккумуляторные гелевые батареи. Рядом катушка-удлинитель. Сзади, слева, под фургоном, установлен дополнительный ящик с инструментами. На правой панели установлен разворачивающийся тент «Маркиза» со светодиодной подсветкой. На крыше фургона установлено запасное колесо, которое поднимается, опускается с помощью съемного крана. Здесь же находятся деревянные брусья для помощи в болотах. А в задней части фургона закреплены сэндтраки, которые помогут выбраться из песков. Проектно-производственная фирма «Автодизайн» изготовит любой спецавтомобиль по индивидуальному проекту. Мы готовы предвосхитить ваши ожидания. Ждем ваших заказов.